Доброе утро, девочки и мальчики. Это рубрика «Слова-ловушки». Извините, что я ем. Я просто так спешил к вам, что не успел позавтракать. А пока бежал в студию, задумался, почему это завтрак называется завтраком. Мы ведь едим его сегодня, а не откладываем на завтра. Разве не лучше было бы назвать его «сегодник»? А лучше вообще «утренник»? Подумал я, подумал и заглянул в словарь. А там обнаружил интересный факт. Слово «завтрак» происходит вовсе не от «завтра», а от словосочетания «за утро». В Древней Руси действительно говорили не «завтрак», а «за утрок». Ведь пищу принимали сразу за тем, как наступало утро. Но постепенно, за несколько столетий, слово видоизменилось. Первоначальный смысл стерся, а слоги стали звучать так, чтобы их было проще произносить. Так заутрок превратился в завтрак. Вот такая интересная история на завтрак. А на сегодня это все. Смотрите наши выпуски и не попадайтесь в ловушки. До новых встреч, ребята!